В чем смысл жизни? Ой. Ну, Юр. Юр, ну откуда я знаю? Чтобы мучиться. Вот недалеко вот отсюда, вот Адлер находится совсем. И в детстве я думал, вот мы едем, а тогда ездили поездами, сутки и больше даже, из Адлера в Ленинград. Мучаемся в этом поезде. Одновременно люди стоят на платформе Московского вокзала и будут ехать те же самые, тоже мучиться будут. Мучиться в разных направлениях. А нельзя сделать так, чтобы они просто поменялись местами и не мучились? А потом я узнал, что это называется второе начало термодинамики, его не обойти. Чтобы люди больше мучились.